Примерно в 13 часов в Одессе снова остановилось движение общественного транспорта из-за автохама, который припарковался на пути трамвая. На этот раз трамваи встали на Французском бульваре. Видео и фотографии опубликовала на своей странице неравнодушная одесситка. В частности, девушка пишет. Французский бульвар рядом с санаторием Одесса. Водитель с низким показателем IQ припарковал свою тачку, заблокировав проезд трамвая. Образовалась пробка. Люди вызвали полицию. Виновником был автохам на внедорожнике Audi. Его автомобиль заблокировал движение трамваев. Десятки одесситов на остановках так и не дождались своего транспорта из-за одного человека. Прибывшая на место полиция не смогла эвакуировать джип сразу, так как эвакуаторы разбросаны по городу и нужно долго ждать. Тогда мужчины попытались отодвинуть двухтонную махину. Однако сделать это оказалось непросто из-за автоматической коробки передач, установленной на автомобиле.